Всем привет! Это видео будет немножко про таби носки, которые я вяжу, и о том, по какому принципу я, в принципе, их вяжу. Для тех, кто не знает, таби носки – это традиционные для Японии носки с разделенным большим пальцем. Их обычно шьют из хлопковой ткани, которая имеет три части – левую, правую и подошву. Потом это все сшивается. Я не буду углубляться в историю, я просто скажу, что в 15 веке большинство источников указывают о появлении таби. В 1951 году спортсмен победил в бостонском марафоне, и на нем были именно кроссовки, вдохновленными таби. Традиционная японская обувь захватывает мировую моду с подиумов, и первого показа коллекции Margiela Montella в 1989 году и не покидает этот мир и по сей день. В 2000-е годы Nike выпустил свои Air Rift, которые были вдохновлены японской традицией, Мартином Марджеллой и кенийскими спортсменами, которые бегают босиком. А также из истории, вот уже 1600 лет носкам, которые были найдены и хранятся в музее. В моем детстве у меня были гольфы, носки с разделенными пальцами и отдельным большим пальцем. И мне очень нравилась эта необычность, и все эти носки почему-то были довольно ярких расцветок и полосатые, что для детского восприятия, я считаю, прям какой-то вау-эффект имеет. Когда я увидела на просторах интернета то, что такие носки вяжутся, и, собственно, это оказалось так близко, что я написала девушке, которая проводила тест по вязанию шарфу. И одно из бонусов, которые она предоставляла, это можно было выбрать описание, которое у нее уже есть. И на тот момент у нее было описание вот таких носков, таким узором. Конечно, эту форму пятки я не очень считаю удобной, потому что она слишком такая рыхленькая и ничего не стягивает. Но вот эта вот резинка прям мне очень нравится. Вот, и это был 18-й год, да, 18-й год, я связала свои первые таби носки, и после этого у меня их насчитывается, я, кажется, не знаю сколько. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Вот. Мои первые носки были связаны в 18 году, и за это время я связала более 20, более, потому что еще год еще не закончился. Кстати, хоть у меня было столько всего связано носков, я поистине ношу сначала одни, а потом, когда их снашиваю, ношу другие. Поэтому у меня прям неимоверное количество носков. Давайте я похвастаюсь последней небольшой коллекцией таби носков, которые я сделала из трех мотков North Drops и кое-где использовала прям остатки. И не хватившая, прям порадовала себя яркой резинкой. В общем, носки такие вяжутся двумя способами, как и обычные носки, сверху вниз, либо снизу вверх. Принцип простецкий. Эти, кстати, связаны от мыска. Сначала мы набираем на мысок любым способом, либо джуди, либо турецким, без разницы, определенное количество, все зависит от плотности, размера спиц, размера ноги, вообще от всего. Затем набираем, вяжем до этой части. Вот мы отвязали вот эту вот часть. Значит, набираем необходимое нам
количество петель для большого только пальца. Затем просто вяжем по кругу, как обычные другие носки. Потом мы добираем здесь по большому пальцу, что мы берем, петли, и просто вывязываем большой пальчик и замыкаем. В общем, сам принцип, если бы вы вязали от мыска, вы бы просто вязали, и оно бы шло прямо. А так мы просто делим число необходимое, там 1/3 этого большого пальца, смотря какой у вас палец в окружности, и просто добавляем дополнительные петли. Что касается этого, он связан от резинки вниз. Точно так же мы вяжем резинку, пятку, и до этого места, где у нас начинается косточка по мизинцу. Мы вяжем, сбрасываем петли, которые нам не нужны, на большой палец, а затем мы делаем убавки и работаем только с этой частью и закрываем ее по необходимости, по тому, как идут наши пальцы. Затем мы набираем открытые петли на спицу, вяжем большой палец, закрываем, и вуаля! Смотрите, как классно. Мне очень нравится делать небольшие детали, которые отличают носки. Вы хотите сказать, что здесь одинаковые цвета? Здесь палитра Ван Гога. Здесь Худдервассера. Вот здесь мне понадобился один моток Норда и половина опала. И они вышли, ну, прям очень низенькие. А вот здесь мне очень нравится, что они будут по ноге здесь прилегать. А также я бы хотела поделиться бесплатными источниками информации, где вы можете найти и почитать, как вязать такие носки. Это моя любимая группа ВК, где собраны множество описаний и журналов, и с любых других книг. Все мои носки связаны по описаниям, либо основаны на описаниях Юка. И мне больше нечего сказать, я только, в принципе, по ним и вяжу. Мне слишком полюбился ее принцип и расчет, что я просто использую одни и те же расчеты вновь и вновь, потому что я вяжу на одних и тех же спицах раз и одной и той же пряже два. Как бы вот. Вот мой секрет, казалось бы, одной, считайте, почти модель.